Привет, друзья! И привет всем, с кем в этом видео мы встречаемся впервые. Добро пожаловать в Кота-студию. Уверена, мы подружимся. И судя по названию видео, дальше я должна сказать что-то вроде «мяу». И, кажется, уже сказала, но это не та причина, по которой я обозвала себя кота-иллюстратором. И совсем не потому, что сейчас в кадре появится очень одаренный кот, умеющий рисовать. И даже не потому, что в этом эпизоде будет много котиков. Это, к сожалению, не так. Или так. Котиков будет много, но нарисованных, на холсте. Поэтому, если это видео подходит вам сейчас под настроение, располагайтесь поудобнее, прихватите с собой чашечку чая или кофе, или любого другого любимого напитка, и присоединяйтесь ко мне в один из майских дней. Возможно, вы уже видели этот холстик. Несколько сюжетов я уже показывала в формате коротких видео. Вся идея – нарисовать 16 котиков разных, разного окраса, в разном настроении. Многие были выбраны мной случайным образом среди комментариев, которые вы оставляете под видео. Я их все читаю и про всех помню. А каких-то котиков я нашла на просторах Pinterest и выбрала из-за их обаяния. В любом случае, их так много, что кажется, нужен будет второй, да может и третий холст, чтобы они все поместились. Ну, а пока я рисую только первую серию, вы свободно можете воплотить свои идеи моими руками. Пишите мне в комментариях или в сообщениях в сообществе Кота Лавка, и ваш котик сможет стать одним из 16. Упсис. Кажется, камера резко села, но в любом случае и ей мне нужен был перерыв. Не знаю для чего ей, но мне срочно нужно протестировать новый рецепт черничных веган-маффинов. Ну что, нарисуем второго котика в ожидании маффинов. На самом деле, я очень рада, что мне в голову пришла мысль нарисовать эту пушистую пучеглазую серию. И не только потому, что я люблю котиков. Чаще всего я рисую на планшете. И я обожаю этот инструмент всем сердцем. Он дает мне возможность переделать иллюстрацию даже в самый неподходящий момент. Но из-за моего желания сделать все максимально идеально, тут нужна заметка, что идеально только по моим меркам. По той планке, что задала себе я, только мои идеалы, все иногда становится сложнее, чем должно быть. Даже хотя бы потому, что у меня есть возможность прорисовывать очень идеально, очень детально. На холсте же, особенно таком маленьком, я физически не могу это сделать. Что, несомненно, плюс и тренировка. Ведь то, что помогло мне привить любовь к деталям, отобрало у меня умение и смелость рисовать без возможности отмены. Поэтому эти котики – это такая возможность вернуть себе бесстрашие неожиданных и необдуманных линий. Так я это назвала.
Кажется, видео потихоньку подходит к своему логическому завершению. И у нас с вами получился очень рисующий майский день в фотостудии. Сейчас, наблюдая за ним, кажется, что это было когда-то давно. Ведь это последнее видео из моей первой малышки фотостудии, и та картинка, что занимает меня в этом эпизоде, почти завершена, и совсем скоро, наконец-то, смогу с вами ей поделиться. Наверное, она стала самой детальной из всех моих работ, и я затратила на нее больше всего времени. Но об этом уже в другой раз. Благодарю вас за то, что вы были со мной сегодня, за ваше время. Буду рада пообщаться с вами в комментариях. И обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на Котостудию. Это очень-очень нас поддержит. Пока, до встречи!